Алтайское отделение Российского детского фонда начало сбор вещей к школе для ребятишек из малоимущих семей. Официально акцию объявят 1 августа. Но уже сейчас сотрудники фонда открыли сбор канцелярских товаров, одежды и обуви. В прошлом году региональному отделению фонда удалось подготовить к школе 600 детей. Всего на эти нужды собрали около 200 тысяч рублей. Необходимыми принадлежностями работники фонда обеспечивают ребятишек даже в самых отдаленных районах края. Мы очень плотно работаем с Министерством труда и социальной защиты. У нас есть своя база данных, когда мы уже знаем вот в районах, где у нас находятся такие семьи, в городах, районах Алтайского края. Если где-то возникает в семье какая-то ситуация, родители сами приходят, звонят, обращаются, ну вот по возможности помогаем.